Знакомьтесь, Спиридонова Лариса, Москва. Вот таких она делает кукол. Где еще? Ага, где еще? Куда вы говорили? У вас проект с куклами? Да. Куклами занимаюсь, заготовки делаю с китайцами на фабрике. Заготовки виниловые здесь никто не делает в России. Угу. А в Костроме у вас что там в Костроме? В Костроме мне девочки шили. Ну, вообще шли, такие. Ну вот это я все сама шила. Ага. В Костроме у меня массовка занимается. Они еще и вот размером-то. Маленькие куколки, да, в Костроме. Вот эти куклы размером, наверное, больше полметра, да? 60 сантиметров. Это надо же вот так. Такие прям. И у нее несколько кукол находятся даже вот где-то, ей очень приятно, они находятся в Кремле.